Нарядная елка, детишки в костюмах, сказочные персонажи, как традиционные Дед Мороз, Мальвина Кощей, так и современные популярные герои, миньоны. Кажется, обычно веселый детский утренник, если не знать, что проходит он в больнице. Новогоднее настроение маленьким пациентам создавали мозырские школьники. Несмотря на то, что многим из ребят непосредственно сам праздник придется встречать в лечебном учреждении, на настроении, по крайней мере сейчас, никак это не отразилось. Ведь Новый год – любимый праздник детворы. Мне особенно понравилась елочка, такая красивая из зала. Мне понравился Дед Мороз и все остальные актеры. А мне понравилась Мальвина. Да. Я очень рада. Я супер рада. Зажигательные песни, танцы, хороводы. Давняя традиция в качестве почетных гостей руководства района. Теплое поздравление детям, родителям и врачам. Здоровья, любви, достатка. И, конечно, какой же праздник без сладких подарков? Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».